Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Я всех рада вас приветствовать. Спасибо вам большое, что вы поддерживаете мой канал, оставляете свои комментарии, а также оставляете мне запросы на те видео, которые для вас актуальны и интересны. Сегодня я сделаю таро-прогноз, кто же все-таки поедет в Пекин на Олимпийские игры в 2022 году из наших фигуристок-одиночниц. Это, значит, будет Камилла Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева. И я посмотрю Алену Косторную, Майю Хромых и Дарью Усачеву, Александру Трусову. Какой будет шанс на участие в зимних Олимпийских играх у Камиллы Валиевой? Карта неожиданности. Кстати, шанс есть. Да, и очень даже неплохой. И есть шанс на победу. Следующая. Анна Щербакова. Сможет ли она поехать? Карта печали. Почему же? В чем проблема? Карта отъезда, ухода. Стремительно будут как-то... Какие-то могут быть внезапные перемены. Не в лучшую сторону, которая сложится для Анны Щербаковой. Ну, какая-то вот как провидение судьбы может вмешаться. Так, это очень интересно. Так все-таки поедет она или нет? Да, поедет. Хотя, ох, как много сопротивлений. Ох, как много будет препятствий. Следующая. Елизавета Туктамышева поедет на зимние Олимпийские игры в Пекин? Да или нет? Какой у нее шанс? У нее шанс есть неплохой для поездки. Она молодая, на нее возлагают надежды. Да, у нее есть шанс. Следующая. Алена Косторная может поехать? Нет, у Алены Косторной почему-то у меня идет препятствие. Возможно, вы знаете, ее вот вообще идет карта скрытая информация. Она может поехать, но она может как будто сидеть где-то как в запасе. Дальше. А что же у нас с Александрой Трусовой? Есть у нее шанс поехать? Вообще глобальные перемены? Нет, я не вижу, чтобы Александра Трусова поехала. Честно говоря, нет. Следующая. Майя Хромых. Майя Хромых. У Майи Хромых есть возможность поехать, но по каким-то причинам нет, ее не возьмут. Ее не возьмут по причине, возможно, не верят в ее успех и результат. Хотя, в принципе, если бы они рискнули ее взять, у нее также есть возможность. Но первая у меня информация идет, нет, ее не возьмут. Что же будет с Дарьей Усачевой, возьмут ее или нет? Дарью Усачеву не возьмут. Здесь карта ожидания. Здесь медленно развивается событие. Но, по всей видимости, на эти Олимпийские игры Дарья Усачева не попадает. Не попадает на эти Олимпийские зимние игры. Нет, вы знаете, нет. Вот по данному раскладу я могу сказать, что есть шансы у Камиллы Валиевой, у Анны Щербаковой, у Елизаветы Туктамышевой. И, по-моему, вот если я не забыла, есть еще шанс у Алены Косторной. Ее как будто вот как могут взять. Ну, в общем, какой-то у меня вот такой прогноз получился. Если вам к данному раскладу есть что-то добавить, оставляйте, пожалуйста, свои комментарии. Берегите себя, всего вам доброго.